Знаешь, так необычно снова гулять с тобой. Понимаю. Но я рада, что я здесь. Так здорово, что ты присылала мне письма. Никто из моих друзей этого не делал. А ты еще и на пергаменте писала. Это стиль Макс. Это, конечно, вычурно. Но мне нравится на нем писать. Я чувствую себя английским поэтом. Ты заслуживаешь лучшего. Наверное, писать мне было легче, чем навещать. А я не с издевкой. Ты не подумай. Тебе, наверное, хотелось бы избежать всех этих неловких разговоров. А, если честно, да. Умоляю, не надо относиться ко мне как к ребенку. Я же все еще могу смеяться и говорить с тобой о всякой херне. Остановимся. Отсюда и впрямь великолепный вид открывается. Как это фотографы называют? Золотой час. Ну вот видишь, без тебя я бы так и не узнала. Наверняка ты смогла бы сделать пару отпадных снимков. Мертвые киты на берегу — это так грустно. Кажется, я понимаю, каково им. Но, по крайней мере, я жива, и ты рядом. Ты настоящий герой, Хлоя. Ты такое пережила. Я не хочу, чтобы меня кто-то жалел. Я сама с этим справляюсь. Как и со своими родителями. Отец все еще винит себя, что купил мне эту машину. Ты не против поговорить об аварии? А мы ведь не говорили. Какой-то ублюдок подрезал меня, и я слетела в кювет. Вот и все. Ты помнишь хоть что-то? Время для меня будто замедлилось. И я почувствовала, как хрустнула моя спина. И это был последний раз, когда я что-то чувствовала. Когда я проснулась в госпитале, то поняла, что не могу шевелиться. Господи. Я даже не знаю, что сказать. Ничего не говори. Я просто счастлива, что ты снова рядом со мной. А ведь я могла просто исчезнуть, как та девчонка из Блэквелла. Ты Рэйчел Эмбер? Когда ты с ней последний раз разговаривала? Никогда. Только в новостях слышала. Не была с ней знакома. А ты? Этот мир был совсем другим, когда мы были детьми, не так ли? После этих катаклизмов у меня чувство, что грядет конец света. Ты так думаешь? Я особо не вдавалась в подробности. Времени у меня больше, чем у тебя. Ну и к тому же я ботан. Но я все равно ничего не понимаю. Да, сейчас творится неразбериха, но пока мы с тобой вместе, мне не страшно. Гуляя с тобой, я снова чувствую себя ребенком. Словами не передать. Хлоя, слушай, прости, что я раньше тебя не навещала. Это неправильно. Ты моя лучшая подруга. Макс, спасибо, что навестила. Ты замечательная. В это ж сомневаюсь. У меня нос замерз. Может, нам стоит вернуться домой? Да, тут, сука, холодно. Сука? Терпеть не могу это слово. Все в порядке. Какая продвинутая берлога. Скорее, продвинутая клетка. Но мне повезло с родителями, которые не бросают меня.
Я знаю, как им тяжко. Они счастливы, что ты рядом. Ага. Особенно, когда они даже прогуляться одни не могут. Иногда я веду себя как неблагодарный подросток, лишь бы они поорали на меня. Это жалко, я знаю. Хлоя, ты замечательная дочь. Ты добрая и отзывчивая. Даже когда этого не требуется. Уж поверь, я частенько срываюсь. Особенно бесит, когда медсестра наблюдает за мной, пока я сру, чтобы подтереть мне зад. Или же, когда врачи вертят мной, как тряпичной куклой. Даже представить себе не могу. Но ты все так же прекрасна, как тогда, когда мы были детьми. Еще раз спасибо, что пришла. Мне нужно попить. Можно немного воды? Снежные шары захватывают мир. О, снежная лань. Выходит, не все здесь изменилось. Привет, Хлоя. Теперь ей нравятся плюшевые игрушки. Смотрит ли Хлоя на задний двор, вспоминая детство? Теперь она даже траву почувствовать не может. Нехилая инфракрасная лампа. По крайней мере, Хлоя весит не так уж много. О, боже. Она не в состоянии дышать без этого аппарата. Не верится, что Хлоя в этом кресле из-за меня. Хорошо, что мои родители хотя бы открытку прислали. Интересно, кто она такая? На вид обычная открытка. Я совсем не поддерживала Хлою. Просто молодец. По крайней мере, я отправляла Хлое свои селфи из путешествий. Уверена, ей прям легче стало. Я могла бы предложить Хлое сделать ей макияж. Не то чтобы я умею, но было бы забавно. Вот она, прежняя Хлоя. Вероятно, это аппарат для подачи морфина. Больше никаких бонгов. Воу, Хлоя может полноценно пользоваться компьютером. Как классно, что есть такие изобретения. Здорово, что-то снова рядом. Рад. В душе Хлоя все еще панк. Но в толпу со сцены она уже не прыгнет. Так круто, что у Хлои есть друзья в сети. Давай пей, Лютик. Понятно. Почему в горле першит? Так много я не разговаривал целый год. А ты не думала когда-нибудь вести радиоэфир? Как же мне хочется тебе треснуть сейчас. Радиоэфир? Подруга, да у меня эфир по венам течет. Тоска. Ох, я просто предложила. Я знаю, ты хочешь помочь. А, это уже становится моей дурной привычкой. Ты так по-взрослому рассуждаешь. Будто детьми мы были в другой жизни. А по мне, так еще вчера мы были совсем мелкими. Смотрели могучих рейнджеров и разносили кухню. Боже мой, да мы бы весь дом муки испачкали, даже родителей. Это было так весело. Но это было очень давно. Ты единственный друг, который продолжает меня навещать. Как видишь, большинство друзей отвернулись от меня. А с кем из друзей ты общалась больше? С Меган Уивер, но ты ее не знаешь. Она классная. Но после того случая она стала слишком высокомерной. Я знаю, что не поддерживала тебя. Мне нет оправдания, я виновата. Но я пытаюсь загладить свою вину. Как? Чувиха, ты же не Супер Макс. И не думай на этот счет. Для этого есть родители.
они в порядке? Ну, в смысле, они еще счастливы вместе? Косишь по доктору Билла? Думаю, они в норме, учитывая нынешнюю ситуацию. Они смеются и обнимаются, и надеюсь, что у них все еще есть время на это. Думаю, Джойс и Уильям отлично справляются. Макс, эта авария сильных подкосила. Наша страховка отстоя, счета за лечение просто кошмарные. Им под силу эти счета? Нет, конечно. Они скрывают от меня расходы. Но не нужно быть гением, чтобы догадаться, что на меня уходит почти 1 000 000 в год. Хлоя, ты бесценна. И я ведь не шучу. Ты такая задротка. За это я тебя и люблю. Я разбираюсь в задротах, ведь я такая же. Видишь, я, по сути, развлекательная система. Давай посмотрим кино вместе, как раньше, когда ты приходила ко мне на ночевки. Что хочешь посмотреть? У меня настроение как раз для «Бегущего по лезвию». Всегда плачу в конце. К тому же я всегда хотела такие же цветные пряди, как у Прис. Я знаю. С голубыми волосами тебе было бы чудесно. Ну что, начнем наш кинопоказ? И лучше тебе не засыпать на мне, как ты обычно любишь это делать. Я помню, Макс. Обещаю, что не засну. По крайней мере, пока ты здесь. Ага, вот и диск. О, я записала этот микс для нее, когда нам было 12. Не могу поверить, что ты уснула так быстро. Как ты могла? Я понимаю, что ты устала за вчерашний день. Да и «Бегущий по лезвию» не для ночного просмотра. Кстати, как ты думаешь, Деккард все же репликант? Прости, вижу, ты еще не до конца проснулась. Нет. Прости, что я так быстро вырубилась. Ты в порядке? Ну, когда на мне никто не спит, рядом есть мои родители. Ты такая стерва по утрам. Ну, с кем поведешься? Вчера было нереально круто. Было круто увидеть тебя. Понимаю, все было иначе, когда мы были лишь глупыми детьми. Но рядом с тобой я вновь чувствую себя тем мелким пиратом, который везде скачет и бегает. Это очень много значит для меня, снова быть с тобой. Голова снова раскалывается. Ты не могла бы подняться наверх и принести мне инъекцию морфина из ванной? Инъекцию морфина? Да, это... Я будто в Стартрек попала. Иглу почти не видно. Серьезно, он мне нужен. Родители хранят морфин наверху, так как думают мне туда не добраться. Но тебе-то это под силу. Ты ведь пират, да? Уже бегу, Хлоя.
Привет, Уильям. Я тебя не отвлекаю? Отвлекаешь, Макс. Я люблю заниматься счетами. Шутка. Как ты можешь меня отвлечь? Мы же не виделись так долго. Я знаю. Ты выглядишь как прежде. Это здорово. Хорошо, а то бы я испугался, если бы выглядел иначе. Ну а ты, разумеется, повзрослела. Что хотела сказать? Меня очень впечатлила комната Хлои. Все это крутое оборудование. Еще бы. Могли бы купить пару особняков на эти деньги. Страховка, конечно, помогает, но... Я не знаю, как быть, Макс. Я знаю, что вам очень тяжело финансово. Эти счета с ног сбивают. Придется дом заложить, это пугает. А, черт. Но мы прорвемся. Прайс всегда впереди, поняла? Да? Мне тяжело об этом говорить, но я искренне сожалею о том, что случилось с Хлоей. Я тоже. Какие-то пару минут изменили всю ее жизнь, но она жива. И она борется. Она злится из-за того, что мы долго не общались. Это правильно. И нет мне прощения. Она, конечно, расстроилась, но понимает тебя. Я знаю, с этим тяжело смириться. Мы потратили годы на это. Уильям, я хочу, чтобы ты знал, что бы ни случилось, я всегда буду рядом с Хлоей. Всегда. Я знаю это, Макс. Приятно находиться с тобой, Джойс. Такая ностальгия. Это old school! Или как там сейчас? Хлоя рада тебе. Да и Джойс тоже. Выходит, в Аркадия Бэй все не так плохо. Или нет? Я читала про ту пропавшую девушку. Рэйчел Эмбер. О, она училась в Блэквилле, так? О, ужасно. Кошмар для ее родителей. Я боюсь думать о том, что в один день мы можем потерять Хлою. Прескоты ничего хорошего из себя не представляют. А ты что о них думаешь? Зло. Следующий вопрос. Видимо, ты хорошо их знаешь. Лучше, чем хотел бы. Но Джойс приходится работать на этих скряк из Пан Эстейт. От одной мысли об этом тошнит. Как думаешь, что происходит со всей этой странной погодой и мертвыми животными? Этого никто не знает. Это хрень для Нострадамуса. Прости меня за мой французский. Сейчас все, что меня беспокоит, это Хлоя и Джойс. Моя семья. Пойду гляну, не нужна ли Хлое моя помощь. Было очень приятно снова с тобой говорить. Ты говоришь так, как будто это последний раз. Отвлекай меня от этих счетов когда угодно. Они могут лишиться дома из-за медицинских счетов. Господи. Эти киты только начало, а торнадо приближается. Рэйчел Эмбер пропала даже в этой реальности. Выходит, я не могу изменить все. Вот черт, этим счетам нет конца. Джойс прямо властелин купонов на еду. Ничего. Хорошо, что Хлоя использует природные средства. Ванна все та же, только теперь в ней больше лекарств. Нашла.
Никогда бы не подумала, что буду ходить за морфином для моей лучшей подруги. Как дела, путешественник во времени? Забавно. Я будто постарела. Ничего. Я почти ничего не слышала о брате Уильяма. Я все еще шокирована этой новой реальностью. Я чувствую себя виноватой за то, что Хлое и ее семье пришлось через это пройти. Я могла бы дать Хлое выбор, оставлять ли Уильяма в живых, но это слишком жестоко. Но ведь они снова семья, и кто я такая, чтобы судить? Игрушки? Даже немного хочется открыть и посмотреть, что внутри. Обувь. Хлое нравилось везде топтать своими ботинками. Жаль, что от организации Прескотов Джойс и Уильям помощи не дождутся. Они купили костыли для Хлои в надежде, что она снова сможет ходить. Видимо, мы перестали расти вместе. По крайней мере, нам не нужно было прятаться от Муды отчима. Глупая бабочка. Надеюсь, что это просто совпадение. Я все еще шокирована этой новой реальностью. Все дело в тебе, Аркадия Бэй. Не так ли? Видимо, единственное, что не изменилось, это вид. Макс, так приятно, что ты рядом. Посмотрите на них. Они и понятия не имеют, что ожидает их в будущем. Довольно красивый снимок Хлои. Интересно, кто его сделал? Уильям так старается. Он крут. О, нет. Я и не знала, что травма Хлои настолько ужасна. Джойс и без того супер, мама. Джойс раньше ненавидела курильщиков в закусочной. Доброе утро, Макс. Вы с Хлоей куда тише, чем в те времена, когда вы были детьми. Я помню. Так приятно было просыпаться в вашем доме. Ах, мы с Уильямом так рады видеть вас вместе после этих долгих лет, после аварии.
Не могу не сказать. Я безумно рада видеть вас вместе с Уильямом. Он настоящий герой. Он держится. Нам с Хлоей повезло с ним. А Уильям не изменился после всего произошедшего? Бывает по-разному. Но, в общем-то, он остался прежним. Я и не думала, что влюблюсь настолько, что жить без него не смогу. Я знаю, звучит банально. Ты крута, Джойс. Черт. Все было бы иначе, будь это так. Но мне нравится ход твоих мыслей. Как у вас дела, Джойс? Я стараюсь изо всех сил, Макс. Не буду врать, это тяжело. Но никто и не говорил, что жизнь в Аркадия Бэй будет простой. Что ты думаешь по поводу всего этого природного безумия? Быть может, Аркадия Бэй просто хочет, чтобы ее оставили в покое. Мне знакомо это чувство. Если честно, меня не особо волнует, что происходит вне нашего дома. Я не виню тебя, Джойс. Правда, теперь у нас повсюду мертвые птицы, да и эти киты, которые выбросились на берег. Может, не стоит быть такой безразличной ради Хлои? Ты знаешь человека по имени Дэвид Мэтсон? Он иногда мог заходить в Два кита. Вау, неожиданно. Да, он водит автобус. Иногда заходит. Милый, тихий. А что? Я просто... любопытная. Ты всегда такой была. Приятно осознавать, что не все меняется. А ведь вам нужно как-то зарабатывать. У нас с Биллом совсем времени на себя нет. Вся наша жизнь теперь работа. Мне даже приходится подрабатывать в Penn Estates. Ух. Ты знаешь Прескотов? Я знаю, что Шон Прескот не успокоится, пока не подчинит себе весь Аркадия Бэй. Держись подальше от его сына, Нейтана. Плохая из меня лучшая подруга. Я знаю, Хлою не часто навещают, да? О, Макс, вы с Хлоей лучшие подруги не просто так. Ты всегда рядом, когда ты ей нужна. А кто ухаживает за ней, пока вы на работе? Мы наняли нескольких нянек и сиделок. Хлоя до сих пор создает проблемы, хотя и не может двигаться. Макс, состояние Хлои не улучшается. Ее дыхательная система слабеет, и она... Ну, ты понимаешь, о чем я. Джойс, мне так жаль, что вы проходите через все это. Хорошо все или плохо, но я все равно ценю каждое мгновение со своей дочерью и мужем. Вот что значит быть семьей, и мы всегда будем ею, несмотря ни на что. Пожалуй, вернусь к Хлое. Было приятно с тобой поговорить, Джойс. Взаимно, дорогая.